Einen wunderschönen Abend. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать от имени Christoph Links, издательства и фонда имени Генриха Бёлла. Я очень рад тому, что сегодня у нас есть возможность познакомиться с двумя интересными людьми и представить одну интересную книгу. Людей я вам представлю, а книгу вы же видели около входа. Россия имеет одну из самых больших систем лагерей и тюрем. По показателям Россия находится на четвертом месте после США, Бразилии и Китая. А если учесть в процентном отношении, сколько заключенных есть на 1000 или на 100 000 людей, это на одном уровне. То есть со средними многими государствами, но в Европе самой Россия занимает первое место. Это система лагерей и тюрем. Значит, было, так сказать, местом, где господин Переверзин пару лет проводил. Я его приветствую. Господин Переверзин по специальности эконом. Он еще незадолго, еще работал в последние годы Советского Союза, работал на предприятии. В 1991 году он переходил в банковскую систему с 1999 по 2002 год, работал для одного предприятия ЮКОСа на Кипре, вернулся в Москву, продолжая работать в банковском секторе, а в декабре 2004 года его неожиданно арестовали. Неожиданно для него его обвинили в том, что он якобы в рамках преступной организации продал нефть от ЮКОСа, так сказать, совершил кражу нефти в размере 13 миллиардов долларов. Его заключили на 11 лет, и после того, как его срок лишения свободы был сокращен, его, так сказать, сократили ему срок лишения свободы, и в феврале 2012 года, в феврале, он освободился. У нас есть еще одна гостья, Ольга Романова. По-моему, она в Берлине и в Москве является известным лицом. И здесь она часто уже принимала участие в больших мероприятиях. Она тележурналист, тоже работает как газетный журналист, специализирована на экономику, работала для Business Week и для многих порталов в интернете. А после того, как у нее были тоже такие случаи с заключением родственников, она организовала или создала организацию «Сидящая Россия», организация, которая в России поддерживает заключенных людей, которые страдают от этой жестокой системы. Она является специалистом по вопросам реформирования системы юридической в России и системы исполнения наказаний. В первой части нам хочется говорить о книге «Матросская тишина». Может быть, вы знаете о том, что это не просто кладбище для кораблей. Здесь не имеется в виду моряков из Украины после инцидента под Керчем, который в предварительном заключении в России. Здесь имеется в виду, значит, тюрьма предварительного заключения в Москве, в том числе Владимир Переверзин там
был заключен на определенный срок. Вначале я попросил бы вас, господин Переверзин, что случилось в 2004 году, как вы попали, так сказать, в эту ситуацию, в эту обстановку, в эту систему и судебный процесс, как он проходил. Кто сюда пришел, спасибо за ваш интерес. Хотел бы поблагодарить издательство, которое опубликовало мою книгу. Хотел бы поблагодарить особенно переводчиков Ольгу Кувшинникову и Ингольфа, которые выполнили очень сложную задачу. Дело в том, что когда люди читают то, что я пишу, у нормальных и цивилизованных людей это не укладывается в голове. И возникает вопрос, а правильно ли перевели? Я могу сказать, что перевели правильно. Неправильно то, что происходит, о чем я пишу. Поэтому огромное спасибо переводчикам. Несколько слов я хотел бы сказать о том, как я попал в эту историю. Я был обычным менеджером среднего звена в компании «ЮКОС». Я никогда не знал Ходорковского, с ним не встречался. На моем месте мог оказаться любой сотрудник компании. Меня обвинили в сумасшедших обвинениях в хищении 13 миллиардов долларов. Я через 6 месяцев понял, в чем меня обвиняют, и мне все это казалось каким-то сумасшествием. И я всегда надеялся быть оправданным. Моя наивность помогала мне выжить. Вначале я надеялся, что меня выпустят под подписку о невыезде, а следствие длилось 2,5 года. Потом я надеялся быть оправданным. На момент вынесения приговора я уже отсидел 2,5 года. Но это не помешало российскому суду обвинить меня, признать меня виновным в хищении 13 миллиардов долларов и осудить на 11 лет строгого режима. В России есть пословица «лес рубит, и щепки летят». Вот я стал такой щепкой, которая полетела на 11 лет. Вообще, тюрьма является своего рода индикатором уровня развития и цивилизованности общества. Все процессы, которые происходят в обществе, в тюрьме, приобретают чудовищные и гипертрофированные формы. Если вы хотите понять, что представляет из себя то или иное государство, достаточно изучить тюремную систему. В России уклад жизни в той или иной колонии определяется не законом, а степенью самодурства начальника и его окружения. С тобой могут сделать все, что угодно. Все строится на лжи, лицемерии, пытке, выбивание показаний – это обычная история. И только огласка, публичность позволяет бороться с этим. Именно для этого и так родилась моя книга. К сожалению, мой пример и мое дело не последнее, не первое и не последнее. Если я освободился достаточно давно, в 2012 году закончился мой срок, приговор, и тогда я мог сказать, что в России хорошие законы, но они только не соблюдаются. И тогда я был практически единственным политзаключенным, то спустя 7 лет я уже не могу сказать, что и законы у нас хорошие, у нас появились чудовищные законы, начиная от закона подлецов, когда запретили усыновлять иностранным гражданам российских детей, инвалидов, практически обрекая их на смерть. Это не метафора, это реальный случай. И заканчивая уважением, насильственным уважением к власти, который принят буквально недавно. Вот, к счастью, есть люди, которые помогают
бороться с этой системой, обличать. Вот Ольга Романова представляет, организовала, учредила организацию «Русь сидящая», которая очень много чего делает для нас. Вот хотел бы слово, наверное, Ольге дать. Добрый вечер. Здесь такое легкое лоббирование произошло, потому что Владимир Переверзин входит в попечительский совет нашей организации, и в том числе благодаря его деятельности мы растем, развиваемся. Ну, Русь сидящая организация довольно молодая. Нам будет 11 лет в этом году. И мы одна из немногих организаций, кто вырос с земли, Grassroots. Мы абсолютно организация людей, которые сами прошли через тюрьму. У нас работают в основном бывшие заключенные. И я таких организаций, как наша, встречала очень много в разных странах мира. Там, где работают бывшие заключенные, работают с людьми, которые выходят из тюрьмы, помогают людям, которые сидят в тюрьме, помогают им встать на другой путь, помогают их родственникам и так далее, и так далее. И я вижу, как общество и государство реагируют на эти организации и считают, что они делают благое дело, да, помогают людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию или хотели бы из нее выбраться, им родственникам. Но в России мы организация преследуемая. И поэтому я сейчас живу в Берлине, хотя очень надеюсь вернуться в Россию, но пока не очень могу. И я не знаю подобных организаций в странах тоталитарных, но, наверное, из недемократических стран, к коим, конечно, относится Россия, но вот мы, наверное, единственные, кто работает не благодаря чему-то, а вопреки. Ну и да, власть считает нас ужасно вредными, хотя мы занимаемся юридической помощью, адвокатской помощью, материальной помощью. Вместе с Еврокомиссией мы занимаемся развитием сети юридических клиник по всей России для помощи и осужденным и их семьям. Мы занимаемся большой просветительской деятельностью. У нас работает школа защитника. И люди, кто закончил эту школу, в основном участвуют в судах со стороны защиты, в политических процессах, после митингов бывают обычно массовые судебные процессы, а митинги все еще в России случаются, и в этих процессах обычно участвуют выпускники именно нашей школы. И мы очень надеемся, тем не менее, развиваться дальше. Посмотрим, конечно, что из этого выйдет. Но пока мы здесь. Романа, bevor wir etwas eingehender über die Arbeit von Русь сидящая sprechen, würde ich mich gerne noch mal mit einigen Eindrücken beschäftigen, die Sie so eindrücklich beschreiben in Ihrem Buch, Herr Переверзин. Sie haben schon geschildert, und das ist mir mehrfach aufgefallen, wie Sie an vielen Stellen über die ganzen 7 Jahre hinweg immer wieder die Hoffnung nicht aufgeben, dass doch irgendwie Gerechtigkeit geschehen muss. Sie erwarten Freispruch vor Gericht. Sie haben es selbst gesagt, Sie sind fest davon überzeugt, nachdem Sie Ihre Akten ganz gründlich durchgegangen sind, dass das eine absurde Anklage ist, die vor keinem Gericht der Welt Bestand haben kann. Und Sie sind während der ganzen Jahre in den verschiedenen Straflagern, in den verschiedenen Gefängnissen immer wieder auch überzeugt, gegen bestimmte Vorgänge vorgehen zu können und vorgehen zu müssen. Ситуации. Я знал, что бороться с ними сложно и опасно. В каждой колонии администрация ведет себя по-своему.
И все в конечном счете решает личность, не фактор. Неизвестно о многочисленных расправах над заключенными, об избиениях. Был такой случай города Ставрова Алексеем Пашуниным. Молодой парень после беседы с оперативником нашего отряда Куликовым Ильей Алексеевичем падает с лестницы, разбивается и умирает. Да, он нарушил режим и даже, возможно, сидел за совершенные преступления. Но это не повод прыгать с лестницы. Насколько это системно, это применение силы? Был ли это системный бытовой случай? И каким образом было возможно сопротивляться? Закрытость системы и ее бесконтрольность, она позволяет вседозволенность и безнаказанность. То есть в этом конкретном случае, да, действительно, этот человек, он нарушил режим, но это не повод его избивать. Его действительно избили и случайно убили. Вот. Это, к сожалению, не исключение из правил. Такое случается часто. Буквально недавно всем стало известно в России о случае, вопиющем случае, когда публичным стали запись, как 15 тюремщиков пытают и избивают одного заключенного. Это обычный заключенный, тщедушный. И благодаря другой общественной организации «Общественный вердикт» и адвокату Ирине Бирюкову, которой здесь, к сожалению, нет, удалось наказать этих тюремщиков. Ну, если бы не было общественной огласки, то это, как правило, все вот такие преступления, которые происходят ежечасно практически во всех колониях, тюремщикам удается избежать наказания. Потому что система должна быть открытой. И, конечно, сами тюремщики, они не должны общаться с заключенными. Да? Это должны быть гражданские люди, а не военные. Sie beschreiben ganz unterschiedliche Gefängnisse und Lager. Вы описываете самые разные тюрьмы и колонии или лагеря. Были получше, были похуже. А кто определяет это, насколько это гуманно или негуманно? Жизнь в каждой колонии, она может различаться как устройство в жизни в той или иной стране. То есть абсолютно регулируется не законом, а степенью самодурства начальника колонии. Поэтому везде все по-разному происходит. Но в целом беззаконие, бесконтрольность, она везде. Это система. Еще один интересный момент в вашей книге, который меня поразил. Это очень трезвое и на самом деле дружелюбное даже описание разных стратегий по выживанию, так сказать, со стороны заключенных. Вы пишете, например, о том, что примерно 30%, наверное, человек сидящих действительно виновны в том, за что их осудили. 30% сидят не за то, что они действительно совершили, а 30% вообще невиновны. Примерно так. Но при всем при этом вы описываете достаточно человечные отношения, в общем-то. В одном из мест вашей книги, например, вы пишете о вашем знакомом по фамилии Зуев, и вы говорите о том, что он уже вроде 25 лет отсидел, когда вы познакомились, еще 15 ему предстояло, и о нем вы пишете, например, я цитирую, «Зуев окружает меня заботой и вниманием, он сильно облегчает мне жизнь. Имея за плечами срок в 23 года за убийство и разбой, а в придачу побег в прошлом, он автоматически становится лицом, склонным к побегу. В свои 45 лет, проведя из 28 отсиженных лет последние 10 лет на особом режиме, он пользуется уважением окружающих. Он мне сам расскажет, как к нему подходили некоторые осужденные и с восторгом говорили: «Молодец, полосатик, Юкуса прикрутил». Конец цитаты.
вы считались особым заключенным, заключенным на особом положении или таким же, как все? В смысле, я был на особом положении, меня контролировали, за мной следили, за мной наблюдали, то есть я был постоянным контролем. В некоторых колониях, в некоторых отрядах со мной запрещали общаться другим заключенным. То есть если кто-то в прогулочном дворике ко мне подходил, то есть я даже не сразу это понял, мне потом сказали уже люди некоторое время спустя, что оперативники и заключенные, которые сотрудничали с администрацией, запрещали другим заключенным подходить ко мне. Была создана такая система изоляции для того, чтобы как-то мою жизнь усложнить. Но в целом я видел более человечные отношения со стороны осужденных и настоящих преступников, чем от тюремщиков. И мне всегда было находить легче общий язык с конкретными преступниками, чем с администрацией тюрьмы. Хотя, конечно, действительно многие преступники сидят из-за своих преступлений. Как вот абсолютно правильно было сказано, что 30% сидят невиновных, 30% не за то, за что сидят, а 30% за свою. И опять же, многие преступления они совершаются при разных обстоятельствах. А тот человек, о котором вы говорили, Андрей Зуев, он по-прежнему действительно человек несчастной судьбы. Он сидит с 15 лет, сейчас ему 55 лет, через 3 года он освобождается, и он сидит за свои преступления. Это очень тяжелая и печальная история. Да, я до сих пор с ним переписываюсь, шлю ему посылки, передачи. Я ему помогаю, потому что он действительно меня во время моего заключения очень сильно поддержал, что являлось загадкой для многих тюремщиков. Там мне передавали люди, что мусора, оперативники страшно удивлялись, что у меня общего с этим Зуевым, который абсолютно неграмотный и не может даже пишет с ошибками. Им никогда не понять, что такое человеческие отношения. Es gibt im В русских тюрьмах есть очень изощренная система различных поощрений за какие-то заслуги, а также система штрафов. В одном из мест в книге вы пишете, что на самом деле дела обстоят следующим образом. Цитирую, ты можешь как раб вкалывать на промке, быть примерным зэком, иметь поощрение, но это ничего не значит. По просьбам осужденных я лично писал многочисленные ходатайства на УДО, а потом видел немотивированные отказы. И колония ходатайствует за заключенного, и срок небольшой, который он хочет оставить, и поощрение за труд в личном деле имеется, а нет. Судья посмотрит и спросит, почему в художественной самодеятельности не участвовал? Не пел, не плясал. И откажет в УДО. Вы собирали различные поощрения, когда сидели тоже? Первое время я был на хорошем счету, я вкалывал, работал, у меня было много поощрений, в том числе и за труд, и за участие в художественной самодеятельности. Я даже пел в хоре. Вот история моего участия, она достаточно интересна. Я попал в самый тяжелый отряд. Когда ты приезжаешь в колонию, я попал в колонию строгого режима. Вначале меня держали в карантине, очень долгое время изучали. И, естественно, я попал в самый тяжелый отряд. Распределяют осужденных по разным отрядам в зависимости от степени опасности. Естественно, я попал в самый тяжелый отряд, где были самые опасные преступники. Со своим сроком 11 лет я чувствовал себя как школьником, потому что когда ты идешь по бараку, в котором находится 100 человек, и к каждой кровати прикреплена бирка со статьей и сроком. То есть я, прогуливаясь по бараку, видел бирки 24-23 года. То есть вот там были серьезные преступники. И в этом хоре, в этом бараке однажды дневальный
кинул клич, что всем записываться в конкурс художественной самодеятельности. Я отказался. Меня вызвал начальник отряда и спросил: «Переверзин, почему ты не хочешь участвовать в художественной самодеятельности?» Я говорю: «Я петь не умею». Он говорит: «Ну, в твоих же интересах участвовать, потому что мы сейчас тебе напишем то, что ты не выполняешь требования администрации и выговор. Естественно, это скажется на УДО». Тогда я сказал: «Хорошо, я спою». Когда моя жена узнала, что я записался в хор, она подумала, что это шутка. Вот. И действительно, в этой колонии строгого режима, в клубе, проводился конкурс художественный, конкурс хоровой песни. Каждый год ФСИН России посвящает год чему-то. Вот однажды год был посвящен Дню дипломатического работника, например. Да, и КВН был посвящен... Да, я вижу, да, у меня есть целая глава по поводу... вот, ну, я сейчас вернусь к конкурсу хоровой песни. Вот, и представьте себе, клуб, выходит отряд. Реальные преступники, реальные люди совершили серьезные преступления, осужденные на 20-30 лет. Я не был запевалой, я участвовал в припеве. Песня называлась «Я долго буду гнать велосипед». И это безумие, конечно. Но самое безумное заключается в том, что я смотрел в зал, а в зале сидели тюремщики, которые оценивали пение, наше пение зэков. Вот кто идиот? Там, да? Вот как можно было? И люди действительно нас слушали, и нам дали второе место в этой хоровой, в этом пении. Я бы спел, конечно, но боюсь, вам не понравится. Ну, это кажется идиотизмом, но люди действительно занимаются... Это так называемая воспитательная работа. Вы представляете, сколько людей в погонах, будучи военнослужащими, у них год идет за полтора, они получают высокую пенсию, занимаются вот этой ерундой. Более того, исправительная колония, она имеет... прямо противоположный смысл. Она не исправляет, а наоборот делает людей еще хуже, чем были, потому что люди теряют всякую веру на справедливость и полностью выходят полностью потерянные. Sie haben einmal auch ein Вы организовали там что-то вроде съемок фильма или кабаре, что это было? Какая-то странная сцена там была, выборы президентов или с политическим каким-то мотивом. Вы не могли бы коротко рассказать об этом? Ну, это как раз вот в одной из колоний, меня же постоянно перебрасывали, я не сидел в одной колонии, я сидел в четырех тюрьмах, в трех колониях, моя жизнь была не очень хорошей, к сожалению. Хотя, если бы я сидел, был бы осужден за убийство, то я сидел бы хорошо, я работал бы в библиотеке и прекрасно себя бы чувствовал. Но поскольку мое дело было политически мотивированным, и вертикаль власти, она управляется в ручном режиме, все хотели, начиная от следователей и судей, конечно, выслужиться, там, да, последней подошвы сапога. Там, да, и, конечно, сотрудники колонии тоже хотели как-то приобщиться. Там, да, у меня никогда не было хорошей жизни. В одной из колоний как раз год был посвящен Дню дипломатического работника. Нужно было создать видимость проведения воспитательных мероприятий. Ко мне обратился замполит. Замполит – это главный воспитатель осужденных, с просьбой организовать конкурс КВН. Вот, что я и сделал. У меня посвящена целая глава в книге. Вот, достаточно, это тоже на грани идиотизма. Ну, какой конкурс КВН? Вот, там были разыграны сценки безумные. Наверное, я бы порекомендовал бы в книжке прочитать, там достаточно смешно и интересно. Zuletzt noch über die Hierarchie. И, наконец, об иерархии в системе. В Германии
многим, наверное, неизвестно, что ФСИН — это что-то вроде военной системы, на самом деле. Это не гражданская система, а военная. Все, кто работают в системе российских тюрем, это в первую очередь военные. Они под строгим руководством. Но также там есть и лица, которые помогают им среди осужденных. Есть ли какая-то структура, как выглядит эта система, кто внизу, кто наверху, как эта иерархия строится и реализуется? И ФСИН действительно военнослужащие, они военные, но тем не менее они, скажем так, в общественной иерархии или тюремной системе занимают самое низкое место. Как правило, туда идут, если человек не может работать в полиции или его куда-то увольняют, он идет в колонию работать. Вот, ну, они чудовищно ленивы, поэтому они часть своих функций перекладывают на осужденных, которые идут сотрудничать с администрацией. На самом деле это очень страшно, потому что с тобой могут сделать все, что угодно. Буквально все, что угодно. Убить, например. Изнасиловать. И это действительно происходит. То есть, как я уже описывал, действительно там одного заключенного просто убили, развлекаясь. Его хотели избить, убивать не хотели. Ну, так получилось, ну, перестарались. У человека было сломано ребро, ребро вошло в легкое, человек умирал 3 дня в больнице. Но оперативники заставили его написать объяснительную, что он упал с лестницы и не имеет претензий к администрации колонии. Вы представляете степень подлости и чудовищности того, что происходит? Это реальная история. И, естественно, нашлись заключенные, которые подтвердили, что он упал с лестницы. Я думаю, если посмотреть статистику несчастных случаев, то во ФСИН падает с лестницы достаточно большое количество людей в течение года. Порядка 500. Всего 4000 смертей, 3,5-4. Порядка 500 упал с лестницы. И позвольте мне добавить про тюремную иерархию. Это очень важно. Дело в том, что российское общество до самого конца, до самой последней высшей ступени иерархии абсолютно повторяет тюремную иерархию. Обратите внимание, что происходит. Вы спросите, почему рядом с Путиным много людей с криминальным прошлым? Пригожин, повар Пригожин там, или еще какие-то люди с сомнительной репутацией. Или почему Следственный комитет, большой Следственный комитет, большой орган, почему такой большой скандал, столько уволили людей, потому что они были связаны все с авторитетным вором в законе Шакро Молодой. И все это понимают, что это нормально. Что это нормально. Все идет из тюрьмы. Потому что обычно начальник тюрьмы, чего он хочет? Он хочет воровать, заниматься коррупцией, снимать сливки с производства и использовать заключенных в качестве рабов. Если раньше заключенные в качестве рабов работали на стройках народного хозяйства, теперь они работают на частного человека, на начальника тюрьмы. При этом что нужно начальнику, чтобы ему не мешали? Чтобы не было жалоб от заключенных, чтобы не приезжали проверки. 1500, 2000 человек в зоне. Как сделать так, чтобы не пожаловался никто, ни один? Как сделать так, чтобы не пожаловались родственники, ни один? Ни в прокуратуру, ни журналистам, ни адвокатам. Как это сделать? Очень просто. Нужно договориться со смотрящим, то есть самым главным криминальным человеком, сидящим в зоне, и достичь с ним взаимовыгодной договоренности. Ты, смотрящий, сделай так, чтобы заключенные не жаловались, чтобы ни один не пожаловался. То есть и криминалитет следит за тем, чтобы не было жалоб. А зачем ему это? Взаимовыгодное сотрудничество. А начальник зоны обеспечивает этому человеку, смотрящему, блаткомитету, да, то есть людей, которые вокруг этого всего, кто занимается общаком, то есть тюремной казной, обеспечивает бесперебойное поступление наркотиков, алкоголя, денег, все, что хотите. Это взаимовыгодное сотрудничество. То есть начальник и оперативные сотрудники доставляют запрещенные предметы,
телефоны, интернет и все, что хотите. А за это криминал следит за всеми остальными заключенными. Они сами разберутся. Во многих случаях не надо никого бить руками сотрудников. А сами же заключенные будут бить других заключенных, которые смеют писать жалобы. И ведь ровно то же самое воспроизводится и на других ступеньках общества. Ровно то же самое. Поэтому связь Следственного комитета и криминальных авторитетов, связь все выше, выше и выше, она ровно такая же. Взаимовыгодный симбиоз. А кто против? Придут активисты. Придут сами же люди. Придет «Единая Россия», «Молодая гвардия», «Молодежные организации». Какой-нибудь серб придет. Серб — это не в смысле национальность, а в смысле это такая организация очень агрессивная. И вас изобьют, напишут донос и так далее, и так далее, и так далее. Не надо никакого конкретно Путина каждого человека представлять. Все устроено именно так, по тюремному образу и подобию, по тюремной иерархии, к сожалению. Это абсолютно все повторяется и копируется на разных уровнях общества. То, что идет из тюрьмы, из тюремного устройства нынешнего. Вы оба объяснили мне до начала мероприятия, что это экономическая система, это тюремная система. Раньше работали на стройках государства или народного хозяйства, а сегодня они все работают на хозяев, на хозяевых или на хозяина колонии, начальника и так далее. Если вы можете немножко более подробно описывать эту ситуацию экономическую? Другой вопрос. Мы здесь часто читаем о том, что несколько десятков тысяч предпринимателей, у которых был свой бизнес, свои дела экономические, что они страдают от системы рейдерства, что предприниматели лишают своей собственности, а те, которые это совершают, это органы безопасности, другие структуры в системе безопасности, это тоже такой признак или показатель этой системы. Дело в том, что сразу после дела ЮКОСа, которое было одним из первых экономических дел, очень громкое, большое дело, это 2003 год, когда это все прошло в судах, весь этот абсурд, то во всех следственных комитетах, во всех городах, во всех судах этот пример взяли как лекало, чтобы шить уголовные дела. То есть это прошло. В России нет прецедентного права, но это дело стало именно таким. И поэтому образу и подобию, как отнять бизнес – начались сотни и тысячи дел. Я бы назвала бы этот процесс, который мы потом наблюдали 10 лет после этого, я бы назвала бы его раскулачиванием. Это то самое, что было в Советском Союзе в 30-х годах 20 века, когда всех богатых крестьян отняли имущество и либо расстреляли, либо сослали в Сибирь. То же самое произошло с бизнесом, и дело ЮКОСа было сигналом. Произошло массовое раскулачивание. Именно таким образом, когда конкуренты заказывали своих противников, когда шел отъем собственности и имущества силовиками, прежде всего силовиками. И через 10 лет случилось очень интересная ситуация в экономике. В России не осталось частного бизнеса как такового. Есть большой бизнес, он полностью контролируется государством, полностью. Есть бизнес средний, и он контролируется выходцами из силовых структур, либо самими силовыми структурами через подставных лиц или непосредственно. И есть мелкий бизнес, условно говоря, палатка по продаже шаурмы. Я вас уверяю, что за этой палаткой стоит маленький полицейский, который получает от этой палатки какую-то свою долю, процент, и он достаточно большой, этот процент. Поэтому мы вряд ли можем говорить о
о том, что сейчас бизнес в России преследуется, он закончился. Сейчас идет другой интересный процесс. Экспроприация экспроприаторов. Потому что бизнес закончился, и обратите внимание, кого сейчас все время сажают и за что. Теперь волки от испуга скушали друг друга. Сузилась кормовая база. И прокуроры сажают следователей, следователи сажают полицейских, полицейские сажают судебных приставов, и всех их вместе сажает ФСБ. И за что они борются? Они борются за эти остатки неразделенного пирога. Отсюда дела о коррупции, отсюда все-все-все-все-все. И что будет дальше, в общем, можно себе вполне предположить, что вот эта внутривидовая борьба, она, конечно, будет обостряться в связи с сужением круга людей, у которых можно что-то отнять. Их все меньше и меньше. И поэтому жертвы все крупнее и крупнее. Уже с десяток губернаторов, уже с, наверное, два десятка людей, которых можно назвать почти олигархами или олигархами. И вот совсем свежий пример – это событие, собственно, марта. Это налет на инвестиционный банк «Баринг-Восток». И когда сидят в тюрьме представители инвестиционного бизнеса, это француз, американец, англичанин, ну, то есть они сидят в русской тюрьме, люди с безупречной репутацией в России. А трудно быть в России инвестиционным банкиром с безупречной репутацией. Майкл Калви, американец, который 30 лет работал в России, как сказал мне один его коллега, последний порядочный банкир в России. Ну, сейчас это, да, это рейдерский захват. Да, безусловно, мы прямо сейчас наблюдаем это в прямом эфире. Но я думаю, что Майка Калви уже забыла сообщество инвестиционное. Да, оно так взмахнуло руками, всплеснуло первые 5 минут и уже забыло. Потому что, а что вы хотели, само собой, все так. Ничего особенного, вы в России. Господин Переверзин, можно ли заработать деньги в тюрьмах и колониях? Вы работали на многих местах, занимались там разными видами работы. Можно ли этим заработать деньги? Ну, я работал как раб, поэтому рабы денег не зарабатывают. Рабы могут заработать только глоток воздуха, да и то не всегда. Потому что система устроена таким образом, чтобы лишать всего, чего только можно, а потом это продавать обратно заключенным. То есть если бы они реально могли бы продавать воздух, то тюремщики этим бы и занимались. Я не про вас, я не про то, что вы зарабатывали деньги, да. А кто-то другой. Кто-то другой, если ты сотрудничаешь с администрацией, и совместно с администрацией, да, там действительно существует система продажи. Опять же, да, вот Ольга совершенно правильно сказала, что в тюрьме это действительно срез нашего общества, и все процессы, которые существуют на свободе, они в тюрьме чудовищные формы приобретают. Тюремщики безнаказанно готовы продать все и вся. Продаются должности, продаются поощрения. То есть ты, в принципе, продается УДО, существуют таксы. Ты фактически, если ты будешь честно жить и работать, ты там, конечно, не выживешь. Вот тебе все равно взыскание, нарушение нарисуют за то, чего ты не сделал. Или могут дать поощрение, которое ты не заслужил, а заплатил деньги. То есть коррупция, она процветает. Но, опять же, все это, естественно, делается с поощрения и с ведомой по инициативе администрации. В эту схему вовлекаются заключенные, так называемые активисты, которые, вот условно говоря, в последней колонии, когда я приехал, то ко мне приходит завхоз этой колонии, это была такая как бы черно-красная колония, который сразу же мне рассказал, сколько здесь стоит УДО, сколько чего, то есть можно было заплатить. Ну, платится, естественно, неофициально на какие-то личные счета посторонних людей, якобы там, да, это друзья, родственники активистов или самих тюремщиков. Вот, а дальше тебя рисуют поощрения,
тюремная администрация вступает в сговор с судом, который, в принципе, ну вот представьте себе провинциальный город Покров, там все друг друга знают. Они, тюремщик выходит, он судьей, с прокурором, фактически они все родственники, они общаются. Поэтому жаловаться прокурору абсолютно бесполезно, в суд подавать на них тоже бесполезно, потому что они члены одной шайки банды. Вот, и поэтому кто-то деньги может заработать. Если ты активист, если ты сотрудничаешь с администрацией, путем обмана, вымогательства, шантажа, да, могут заработать деньги. Честно, ты никогда там не заработаешь деньги. Работая, вот, вкалывая на каком-то тюремном производстве, это, ты можешь получать... Вот я работал, делал кирпичи, в прямом смысле этого слова, шлакоблоки. То есть это был тяжелый труд. На меня даже смотрели тюремщики как на аттракцион. То есть не верили, что я там вкалываю, я там реально вкалывал. Но я зарабатывал там 200-300 рублей. Это сколько это? Там, ну, 5 евро в месяц. 5 евро в месяц. Sie haben Ihr Buch ja schon vor einigen Jahren geschrieben. Вы писали вашу книгу уже несколько лет тому назад. Она вышла уже в 2015-16 вышла в России. Меня впечатлило, что там произвол. У вас большой опыт с произволом. Но вы не стали циничным человеком. Когда вы заканчиваете текст своей книги, вы призываете, так сказать, к реформам. Вы сейчас в Совете организации «Сидящая Россия», и вы приглашаете людей, чтобы они помогли, поддерживали процесс реформирования этой бесполезной, вредной системы. Можно ли вообще реформировать то, о чем вы говорили? И если да, с чего начать? Что надо делать, чтобы прекратить эту злую традицию, которая началась, может быть, уже при царе, при сталинизме и так далее? Эта система имеет большую базу в виде традиции. С чего начать? Во-первых, хотел бы заступиться за русского царя. Потому что все-таки основатели система, которая потом стала ГУЛАГом, и Ленин, и Сталин, и многие-многие, они при царе сидели в тюрьмах, в каторгах, в ссылках. И, судя по воспоминаниям, которые оставили они же, и, например, Крупская, которая была с Лениным в Шушенском, жена Ленина, она, как известно, везла с собой на подводе из Красноярска рояль. Так, в заключение. Поэтому тут трудно сравнивать, невозможно, царские тюрьмы и тюрьмы советские, конечно, нет. Что касается реформ, конечно, если честно, вообще пенитенциарная система не бином Ньютона. Это не управление ядерными электростанциями. Есть опыт Германии, есть опыт Скандинавии, есть плохой опыт, есть хороший опыт. Самое главное – две вещи. Это, безусловно, немедленно перевести это ведомство из статуса военных, из статуса силового в статус гражданского, потому что военные не могут заниматься перевоспитанием какой-то преступной натуры, условно говоря. Да? И в зоне должны работать учителя, врачи, психологи, психиатры, мастера, инженеры и так далее. Это первое. И второе – второй ключ от тюрьмы местной власти. Потому что обычно местные и сидят, а тюрьма всегда в России – это государство-государство. Никто не может подойти. Ни общественники, ни правозащитники, ни тем более местные власти. Местные власти знают, кто им нужен. Да? Нужны ли им штукатурщики или нужны ли им водители троллейбусов. Местные власти заинтересованы в контроле. Местные власти заинтересованы в том, чтобы выходили из зоны люди, исправившиеся. Не потому что они такие гуманитарии, а потому что им потом с этим контингентом работать, естественно. Ну и, конечно, третья вещь – это то, что тюрьмы должны быть открыты для общественного контроля. Сейчас в России этого нет совсем. Общественный контроль полностью уничтожен.
Для примера, во Франции при тюрьмах аккредитованы 1200 некоммерческих организаций, НГО. В Германии это сравнимое, количество чуть поменьше. Ничего этого сейчас в России нет. Это очень легко все сделать. То есть это не требует огромной перестройки, усилий, миллиардных затрат и так далее, и так далее. Почему это не делается? Ну, потому что не хватает, в общем, одной детали, которая называется политическая воля. А без политической воли все это никому не нужно. Отсутствие политической воли, ну, можно щелкнуть пальцами. У Путина была возможность, огромное окно возможностей этим летом, когда разразился скандал с пытками, когда были слушания в Совете Европы, в ООН были слушания по поводу пыток. И третий человек государства, Матвиенко, вдруг начала говорить теми же словами, которыми обычно говорю я. Сказала: «Браво, Валентина Матвиенко, да, 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 молодец, давай». И вдруг это окно резко захлопнулось. Путин сказал: «Нет, мы не будем ничего делать». Я его понимаю, я его понимаю. Должны быть вещи, которых люди должны бояться. Ну да, кто будет бояться инженера, кто будет бояться учителя или психолога? Я понимаю. Denken Sie auch, dass es einfach ist? Думаете ли вы тоже, что это несложно реформировать эту систему? С Ольгой, более того, я считаю, что фактически можно уже, буквально поменяв начальника СИН на гражданское лицо, например, на Ольгу Романову, да? Да, много чего поменять кардинально, кардинально. То есть вот кардинальные реформы возможны уже с завтрашнего дня. Гражданский руководитель и открытость системы. Уже завтра станет лучше. А действительно, это невыгодно руководству государства, да, они потеряют элемент запугивания, страха. Тюрьма – это страшно. А тогда, если она будет публичной и открытой, закончатся пытки, закончатся издевательства, ну, человек будет просто лишен свободы, изолирован от общества. А нужны же издевательства, нужен контроль, нужно манипулировать людьми, нужно запугивать. Es läuft derzeit die Diskussion, ob... На данном этапе идет дискуссия, Россия останется членом Европейского совета или Совета Европы или нет. После аннексии Крыма Россию лишили своего голоса, и в качестве мести Россия уже не вносит свои денежные вклады, и последовательно, в принципе, летом Россия должна покидать Совет Европы. Как оцениваете вы вопрос членства России в Совете Европы? Я помню 90-е годы, когда уже были очень интенсивные дискуссии по вопросу приема России в Совет Европы. Это был вопрос, это был этап войн в Чечне. А тогда считали, что надо России развивать юридическую систему и развивать права человека. Были ли исполнены эти надежды 90-го года? И как вы оцениваете вопрос членства в России сегодня? К сожалению, надежды 90-х остались в 90-х, и об этом уже никто не вспоминает. И нынешняя система, Владимир очень точно сказал, что когда он выходил из тюрьмы в 2012 году, а это было время надежд, тоже в том числе время протестов, и он тогда сказал, что наши законы хороши. Российские законы хороши, но они очень плохо исполняются, право применения плохо. А сейчас мы такого не скажем. Прошло 7 лет, и наши законы ужасны, чудовищны. Мы очень далеко шагнули назад. Какие 90-е? Мы сейчас уже можем говорить и о возвращении тюремно-карательной психиатрии, как это было с диссидентами в
60-х и 70-х, и о возвращении очень многих других вещей, совершенно невозможных. А что касается... И это напрямую связано, конечно, с членством России в Совете Европы, потому что выход России будет означать, что российские граждане полностью будут лишены доступа к Европейскому суду по правам человека. Сейчас жалобы из России лидируют в Европейском суде по правам человека, и зачастую это последняя инстанция, куда россиянин обращается. И вот недавно адвокат Руси сидящий Константин Маркин стал чемпионом, выиграл огромное совершенно дело в ЕСПЧ, судился 6 лет. Там было больше 60 заявителей. И все это были офицеры России, все это были офицеры, военные. Военные люди, которые ходят с георгиевскими ленточками, которые все за Путина. Проблема в том, что это отставные военные, которых лишили жилья. И вот 60 человек подали коллективный иск. Это самый был большой иск коллективный в истории России. И ЕСПЧ этот иск был полностью выигран. Надо сказать, за эти 6 лет у этих офицеров во многом поменялись политические взгляды. То есть никто на них не давил, все приходит само. Все приходит само. А сейчас они потрясены, потому что европейцы приняли их сторону. Да, офицеры после 20 лет службы не должны оставаться на улице вместе со своими семьями. А теперь они получают компенсацию по решению Европейского суда по правам человека. А в России они, офицеры, отдавшие жизнь служению Отечеству, оказались вообще никому не нужны. Как тут не поменяться взглядом? Но это же, конечно, не все. Очень многие люди, которые попадают в русскую мясорубку, не осознают еще, чего они могут лишиться. Ах, геополитика, ах, чей Крым, ах, санкции, сыра нет и так далее. Но есть еще одна существенная деталь. Черт с ним сыром, мы лишаемся суда. Мы лишаемся последней инстанции, которая будет выше, чем Верховный суд России. Мы лишаемся международной поддержки. Это катастрофа, которую не то что далеко не все, а вообще никто в России пока не осознал. Дело ЮКОСа. В ЕСПЧ уже много раз там рассматривали его. И скажите, пожалуйста, сами вы в какой-то мере контактировали с ЕСПЧ в Страсбурге? У вас, может быть, было желание и самому подать туда жалобу? И знают ли люди вообще в российских тюрьмах о том, что ЕСПЧ существует? Большинство людей неграмотно и не имели возможности даже подавать на апелляцию в России. А что такое ЕСПЧ? Это то же самое, что слетать на Марс для большинства осужденных. Лично я, конечно, подавал жалобу в ЕСПЧ, которая, к сожалению, не была принята к рассмотрению по комплексу причин. То есть для меня это, конечно, была катастрофа. Я надеялся, и я этим жил. Для меня это действительно вот помогало мне выжить в лагере, я всегда надеялся. Если бы мне сказали бы, ты готов там на отсечение дать руку, что ЕСПЧ вынесет решение в твою пользу, я бы там отдал бы на отсечение две руки. И когда уже после освобождения я получил отказ в рассмотрении моей жалобы по формальным причинам, то я, конечно, был очень расстроен. Но то, что если нас исключат из Совета Европы, конечно, это будет катастрофой, потому что это последняя инстанция, куда мы можем обратиться, тем не менее. Уважаемые дамы и господа, я думаю, вы смогли получить неплохое впечатление о том, каковы были личные переживания, какой был личный опыт у Владимира Березина, какой тяжелый этот был опыт, какие
И также вы получили представление о том, как сложна и тяжела ситуация в российской пенитенциарной системе. Теперь я хотел бы дать возможность вам задать вопросы. Пожалуйста. Нам понадобится микрофон для того, чтобы переводчики могли вас слышать. Да, мой вопрос очень конкретный, а именно... Я сейчас стараюсь противодействовать возвращению чеченских беженцев в Россию, и МИД Германии мне говорит, ну, Россия нам гарантирует, что в тюрьмах, когда они попадут туда, там соблюдаются все европейские права человека. Скажите, пожалуйста, есть ли в России тюрьмы, которые лучше, чем те, которые вы описали, и существуют ли в России такие тюрьмы, где соблюдаются права человека согласно европейским конвенциям? Мы можем собрать пару вопросов, и потом вы на них ответите. Или Ольга Романова, может, вы до мероприятия говорили как раз об этой теме, может быть, сразу на этот вопрос можно ответить. Возврат чеченских беженцев в Россию и ситуация в тюрьмах там. Нет, я хотел бы все-таки подчеркнуть, существуют ли в России тюрьмы, которые лучше, чем те, которые вы описали, и соблюдаются ли там права человека? Да, есть ли тюрьмы, где соблюдается... Я бы не доверял бы ответу МИДа, я полностью согласен. Есть показательные? Нет, такого нет, лучше нет. Все чудовищно, это вранье и ложь, не надо верить. А то, что немецкие суды, и мы это видим каждый день, выносят решение о депортации, в том числе чеченцев, в том числе чеченцев, которые оказались здесь, в Германии, потому что они преследуются кадыровцами, и им крайне опасно возвращаться на родину. И мы знаем таких случаев очень много, конечно. И то, что немецкие суды пишут в решении... А условия содержания в тюрьмах этих людей будет контролировать посольство Германии в России, конечно, это условие не выполняется. И мы знаем очень много людей, которые в Чечне в тюрьмах просто пропадают. Да, да. А с другой стороны, ну послушайте, я не знаю, какой нужно иметь штат посольства и каких отчаянных людей, каких отчаянных немцев, чтобы они из посольства Германии в Москве ездили в чеченские тюрьмы проверять условия содержания. О, я бы отговорила. Или давайте попросимся на работу в немецкое посольство и поедем вместе. Danke für den Vorschlag. Bitte schön. У меня следующий вопрос. Вы рассказывали об ужасных, катастрофических условиях содержания в российских тюрьмах. И тем не менее, у меня есть впечатление, что вы по-прежнему являетесь патриотами и очень внутренне связаны с Россией. Какую политическую силу вы поддерживаете в России? Вы за Навального, который тоже часто бывает в тюрьме и не может подать свою кандидатуру на выборы? Или, может быть, вы поддерживаете Жириновского или коммунистов? Ну, вы, наверное, нет, потому что работали в ЮКОСе, но, тем не менее, какие у вас есть политические предпочтения? Потому что, я думаю, реформы ведь возможны только за счет политических перемен в России. И еще вопрос по поводу вашего настроя. Есть ли какие-то эмоции, с которыми вы не смогли справиться? И, может быть, вы настроены на какую-то месть? Да, какие есть политические возможности в текущих условиях в России, которые вы поддерживаете? Какие политические условия возможны в тюрьме? Я бы сказал, что в России сейчас это большая-большая зона, да, где есть хозяин, который контролирует все. Поэтому я поддерживал Немцова. К сожалению, с ним расправились. Да, Борис Немцов очень много ездил в тюрьмы, вместе с нами ездил. И считал это своим долгом. Что касается политических сил, понимаете, мы в Руси сидящие, мы работаем со всеми политически мотивированными посадками в том числе. А кто это?
это люди, которые работают и работали с Навальным. Это русские националисты. Мы поддерживали целый ряд русских националистов не потому, что мы разделяем их идеи, а потому что мы против того, чтобы людей сажали за слова. Тем более, что это было совершенно ужасное были обвинения. Мы работаем с так называемой артподготовкой Мальцева. Это совершенно сумасшедшие полуанархисты, я не знаю кто. Но это просто люди, которым не нравится Путин. Они собирались выйти на улицу 2 года назад за то, что они собирались это сделать. Половина в бегах, половина в тюрьмах. У нас же очень специфическая ситуация. Да? Мы не разбираемся, мы за эту политическую платформу или против. Мы защищаем свидетелей Иеговы, мы защищаем Хизбут-Тахрир, мы защищаем людей, которых сажают в тюрьму по религиозным убеждениям. Я атеист. Да? Но я за то, чтобы человек верил в свидетелей или во что хочет, если это не противоречит там, закону, здравому смыслу и так далее. То есть я против того, чтобы вступаться там, за ИГИЛ, но я за то, чтобы маленькую девочку, Варвару Караулову, дело очень известное, маленькую девочку, которая влюбилась и поехала в Турцию, за кем-то там, сажали в тюрьму в России, она по-прежнему сидит, 5 лет ей дали или 6, за то, что она влюбилась и поехала в Турцию. Я против того, чтобы ее сажали. Категорически против. Суд назвал ее сторонницей ИГИЛ. Нет, это не так, не доказано. Мы против этого, поэтому лично я выхожу на улицу в России, когда я там бываю, в общем, практически по любому поводу. Но это не означает, что я должна каким-то образом выбирать людей, которых мы защищаем. Виновен, невиновен, политика, не политика. За убеждения сидеть нельзя. Мы руководствуемся принципе Amnesty International, мы руководствуемся принципами мемориала, с которыми мы очень тесно работаем, и для нас это важно. И мы всегда говорим обращающимся, что Русь сидящая работает в границах, международно признанных границах Российской Федерации. Это важно. Да, поэтому мы, конечно же, будем защищать политически мотивированных заключенных, крымские татары, Сенцов, список Сенцова. Но если вы в Крыму украли курицу и вас посадили на 10 лет, это территория другого государства, мы там не работаем. Владимир, die zweite Frage richtete sich an sich und war sehr persönlich. Владимир, вторая часть вопроса касалась мести, но это был такой личный вопрос, и я тоже хотел бы спросить о личном. Вы до сих пор ездите в Россию, вы гражданин России, сейчас вы находитесь в Берлине, но вы часто бываете в Москве. Скажите, какие перспективы у вас еще остались в России? Я часто бываю в России, чувство мести, я не испытываю злобы к тем людям, которые меня посадили, я испытываю чувство брезгливости. Вот. А что такое месть? Я являюсь патриотом России, я хочу сделать все-таки что-то лучшее. Да? Ну, для того, чтобы сделать лучше, надо об этом говорить, это обсуждать и писать, там, да? Чем я и занимаюсь. В России перспектив у меня, ну какие перспективы? Перспективы опять попасть в тюрьму. Вот, вот все перспективы. На работу, к сожалению, я не могу устроиться в России, да, потому что даже эта печать сказывается на моих родственников. И мой сын, имея блестящее образование, там, да, так как он сын врага народа, люди боятся брать его на работу. Эта проблема до сих пор существует, к сожалению. Мария-Луиза Бек. Мария-Луиза Бек, Центр современной либеральности. Я хотела услышать от вас пару цифр. Одна из проблем связано просто с масштабом, сколько людей попадают в тюрьму. Российская пенитенциарная система, как и раньше в Украине, предусматривает, что если человека уж судят, то на 90% его осудят. И это приводит к тому, что заключенных просто огромное количество.
на зоне. Если сравнить, например, цифры в Германии к 80 миллионов жителей и сравнить с количеством населения в России, то процент будет огромным. Поэтому, наверное, реформу нужно проводить прежде всего в судах, да, чтобы у человека был шанс на защиту и на оправдательный приговор, которого сейчас, похоже, что и нет. Второй момент, о котором я хотела бы упомянуть, это все-таки Совет Европы. В течение 8 лет я работала в ПАСЕ, работала в парламентской ассамблее, и существует определенная дилемма. Дело в том, что для граждан России ЕСПЧ является, по сути, единственной инстанцией за пределами России, в которую они могут обратиться. И даже если сейчас Дума приняла решение, что решения не будут реализовываться в России или что назначаются исключительно какие-то денежные штрафы, но тем не менее остается какое-то чувство у человека, который там судится, что справедливость может восторжествовать. С другой же стороны, Совет Европы — это также и парламентская ассамблея, ну и сам Совет. Так вот, при сегодняшней ситуации количество депутатов, которые представляют Европейский Союз, сдвигается таким образом, что государства, которые не заинтересованы в демократических изменениях, как правило, получают там большинство. То есть мы уже давно не видим такую ситуацию, что направляются демократическим образом выбранные представительства, которые отправляются, например, в Россию или в Чечню. Это решают страны, которые защищают друг друга. Как Турция, например, которая не заинтересована в раскрытии преступлений. Россия, Азербайджан, у них другая повестка. То есть у нас есть, по сути, парламентская ассамблея Совета Европы, состоящая, которая уже не может произвести какого-либо политического заявления, которое соответствовало бы идее Совета Европы. И это проблема, потому что таким образом подрывается сама идея Совета Европы. Эти вещи необходимо взвешивать. У меня нет никакого решения и какого-то резюме. Я просто хочу сказать, что это дилемма, и мне кажется, Совет Европы уже сам не выполняет собственные функции. Большое спасибо. Да, по поводу некого подрыва работы Совета Европы, это тоже важно. Но последний вопрос, о котором мы хотели поговорить. Мы действительно много говорили о тюрьмах и меньше о судах. Это обратная сторона медали, и это предварительная ступень, так сказать. Скажите, во время судебных заседаний вы видели там хоть одного профессионала, или это все было кошмарным впечатлением? Потому что вы вновь и вновь пишете, что эти люди производят вроде впечатления образованных юристов. А были вообще какие-то моменты, когда у вас была надежда, что ну, профессионалы уже занимаются, они же наверняка правильно рассудят? И вы про суды тоже можете сказать, что если будет политическая воля, то можно реформировать и судебную систему также, как вы говорите про пенитенциарную? Безусловно, судьи, которые выносят решения, они юридически грамотны и прекрасно понимают, что творят. Но оправдательных приговоров их практически нет, меньше 1%. Тем не менее, если какое-то то или иное дело рассматривается судом присяжных, то процент оправдательных приговоров он возрастает в разы, то есть где-то 20%. И то
это страшно не нравится власти, которая управляет государством в ручном режиме. Существуют механизмы влияния на суды присяжных. Внедряются специальные люди, которые имеют какую-то биографию, которая запрещает быть судом присяжных, или специально допускаются какие-то процессуальные нарушения, и если суд присяжных выносит решение, неугодное заказчикам, то данное решение оно отменяется. А кто решает, когда возможно рассмотрение дела судом присяжных? Уголовный кодекс. Есть ряд категорий преступлений, которые подлежат рассмотрению судом присяжных. Это убийства. Экономические преступления, к сожалению, не рассматриваются судом присяжных, хотя мое дело, оно абсолютно открыто, понятно, и там не нужно было обладать какими-то суперэкономическими знаниями. И, в принципе, если его отдать на рассмотрение присяжных, да, то есть я был бы оправдан, это абсолютно 100%. Вы в это не верите, Ольга, да? Нет, конечно. Да, Володь, маленькая статистика. Значит, сейчас с этого года Путин разрешил больше использовать суды присяжных, но они состоят не из 12 человек, а почему-то из 6 в районных судах. Неизвестно почему. И вдруг эти суды присяжных, новые, упрощенные, начали выносить оправдательные приговоры. На сегодняшний день 2/3 из них отменены в первой инстанции в апелляции. Я думаю, что в кассации будут отменены остальные. А что касается цифр, Марии Лузебек, значит, считается очень хороший показатель, сколько на 10 тысяч населения, включая стариков, включая младенцев, сколько содержится в тюрьмах. В Германии 75 человек на 10 тысяч, в России в 4 раза больше. Правда, в Америке еще больше, но, знаете, всегда уровень криминальности в стране, уровень преступности всегда везде коррелирует с условиями тюремного заключения. Вот пресловутый Брейвик, Норвегия, какие хорошие условия, скандинавские тюрьмы, где никто не сидит, а если сидят, то сидят с большим комфортом. Богатые страны могут себе позволить, как же они так вот со своими заключенными, в общем, сюсюкают. И самый низкий уровень преступности в мире. Жесткие тюрьмы американские, жесткие тюрьмы российские. И уровень преступности коррелирует абсолютно. Мы очень мало что знаем про Китай. Там полностью закрытая статистика. Мы можем только предполагать, да, и, пожалуй, не будем туда уходить. Просто это очень важная страна, важный фактор. Мы не можем обойтись стороной, посмотрим на Китай, но мы ничего не можем об этом сказать. Никто не может сказать. Еще важный вопрос про Украину. Это очень важный вопрос. В Украине прошла тюремная реформа и судебная реформа. И очень успешно. Я была прошлым летом в украинских тюрьмах и зонах, и в судах. Очень много помогает Украине Европа, Канада, Англия помогает. Они эту помощь принимают. Тюрьмы украинские, благодаря судебной реформе и пенитенциарной реформе, разгрузились в 4 раза. В 4 раза. Там сейчас вполне себе нормальные условия в исправительных колониях. И очень, к сожалению, плохие условия в изоляторах, в тюрьмах. Там переполненные тюрьмы, плохие условия. Но 60% людей, которые попадают в тюрьмы, 60% после приговора суда уходят домой. Не отбывают дальше наказания. Нет, их не оправдывают. Дают наказания, не связанные с лишением свободы. Штрафы, пробация, обязательно работы, принудительные работы. Но чаще всего пробация. Пробация и штрафы. И это работает. Это работает.
В завершении есть еще один вопрос со своей стороны, а там есть еще один вопрос, пожалуйста. По поводу общественных... Хорошо, Сергей Терешенко, Гражданский форум ЕС России. У меня вопрос по поводу общественных наблюдательных комиссий, потому что понятно, что, конечно, сейчас там сидят люди, приближенные вот, к пенитенциарной системе, да, но в какой-то момент все-таки там были и общественники, да. То есть, как вам кажется, в какой-то, вот к Ольге вопрос, как вам кажется, вот в то время, когда там были общественники, эти ОНК работали, или все-таки у них были тоже ограниченные ресурсы, да? И вопрос к Владимиру, то есть, вот в каком-то месте из вашего заключения вы встречались с представителем ОНК, и реально они в чем-то помогли вам или нет? Нет, я не встречался, и мне никто не помогал. Я вообще противник закона об ОНК. Так не очень принято говорить, но я противник общественной наблюдательной комиссии. Я против того, чтобы кто-то там, общественные палаты, которых непонятно кто избирает, назначали бы каких-то неизвестных, неведомых никому миру общественников в эти самые ОНК. Это, по-моему, какая-то дурацкая затея сама по себе. Я считаю, что не надо никого никуда выбирать, а НКО, в уставной деятельности которых стоит тюремное служение, должны иметь право посещать тюрьмы, посещать своих подопечных. Есть устав, есть отчетность перед Министерством юстиции, есть разрешение на работу. Какого черта, да, не пускать на место своей работы в тюрьмы? Ну и все, и отстаньте. Есть такое? Все, пожалуйста, проходите. Ну и все. Зачем нужны специальные выборы выборщиков, которые выбирают, куда ходить? Это довольно странно. У меня есть еще совсем другой вопрос. Вы сегодня выступаете в фонде Генриха Белла. Вчера российское телевидение обвинило нас в том, от русскоязычного политика партии АФД «Альтернативы для Германии» из Кёльна, и он обвинил нас, что мы распространяем антироссийскую пропаганду, показываем Россию только в черном или в плохом свете. Мы хотим нанести вред России. Берлин является городом, где есть очень много тысяч людей, которые говорят по-русски. Вы знаете этот город, вы гуляете, двигаетесь по этому городу. Как вы оцениваете обстановку? Можно ли показывать плохие стороны, плохие обстоятельства, которые есть в России? Разрешено это? Как обсуждают этот вопрос ваши соотечественники, которые живут в Берлине, например? Большинство соотечественников хорошо любить Россию, находясь в Германии. Большинство соотечественников являются патриотами, любят Путина, да, и когда речь идет о каких-то о том, что реально происходит в России, это многим не нравится. Но, на мой взгляд, почему фонд Бёля не распространяет негативную информацию, да, мы патриоты России, мы хотим сделать Россию лучше, и чтобы вылечить болезни, надо поставить диагноз и назвать вещи своими именами. А когда черное называют белым или наоборот, ну, это чудовищно. И, на мой взгляд, антироссийскую пропаганду распространяет Russia Today, которая все то, что происходит в России, обеляет. Называть вещи надо своими именами. Да, это не всегда приятно слушать правду, но это надо слушать. Иногда это больно. Ich denke, das war ein ganz gutes Schlusswort für heute Abend und ich möchte Ihnen auch gerne das Schlusswort lassen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihr Buch. Ich rate allen, wirklich es zu lesen. Es ist auch gute, wirklich gute Literatur. Es ist ein ganz, ich habe manchmal an Balaam Shalamov denken müssen. Es ist ein ganz
nüchterner und sprachlich wunderbar übersetzter Bericht aus einem Leben, das man sich nicht vorstellen kann, aber das so beschrieben worden ist, dass es einem nahe rückt, einem auch wirklich an, ja, auf den Pelz rückt, aber auf eine ganz auch persönlich, menschlich sympathische Weise geschrieben. Deswegen empfehle ich sehr dieses Buch zur Lektüre. Herr Pereversin wird jetzt noch einige Bücher, wer schnell ist, signieren und da draußen sitzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren beiden Übersetzern heute Abend für die gute Arbeit und wir laden Sie. Und wir laden Sie noch zu einem kleinen informellen Austausch aus im Erdgeschoss. Laden wir Sie noch ein. Da gibt es Brezeln und Getränke. Können wir das Gespräch fortsetzen. Vielen Dank.